Значит, мы говорили об отношении, говорили, как важно быть вдохновителем в малой группе. Мы разобрали, Фаина привела пример. Понятно, да? Хорошо. Значит, и второе, второй пункт. Быть слушателем. Помним, да? Будь скор на слышание и медленен на слова. Основная задача команды – это приглашать людей. И что делать? И выслушивать их. Вы знаете, выслушивать приходится многое. Всякую, ну, в кавычках, такую ерунду. Человек говорит о всем, что попало. Особенно, когда идет обсуждение темы за столиком. Мы уже говорили о том, что человек высказывает свое мнение, и бывают такие мнения, что даже, вы знаете, как неверующий человек, не всегда даже можно додуматься, но у человека есть мнение, он где-то вычитал, где-то принял, и вот он живет с этим мнением. И вы знаете, что я хочу сказать, что нам очень важно в этот момент показать свое уважение к человеку. Как мы это показываем? Мы его выслушиваем. Мы обязательно выслушиваем все то, что он говорит, потому что человек пришел с таким мнением. Это его багаж, это его мирской опыт, это его какие-то мирские знания. Он пришел с этим мнением. И хотя даже мы знаем, что то, что он говорит, зачастую на 90 или 80% неправильно, мы никогда не говорим ему: нет, ты не прав. Потому что это может и обидеть человека, отпугнуть его, человек может замкнуться. И то, что мы вспоминали, помните, вчера, надо вот, не позвонили Виталию Карамановичу, позвоним обязательно, привет передадим. То, что он говорил о инопланетянах, о параллельных мирах. И я помню этого брата, которого зовут Дима. Вот он такой интересный, он у нас, очень благословенный брат. И он говорит: да. Он, когда Виталий говорил о параллельных мирах, он говорит: да. И продолжал туда дальше. Говорит: вот так вот, есть вот, я верю в то, что да. Знаете, он выслушал Виталика и потом сказал свое мнение, но очень и очень мягко. И он не сказал ему: нет, ты не прав, потому что есть вот совсем другое. Вот он просто сказал, что да, есть параллельные миры. Понимаете? Он согласился с ними, это важно. Но рассказал свою точку зрения, да. Ну, это ж наша тема. Хорошая. Вот. Так что мы должны выслушивать человека. И очень хорошо, когда люди говорят не только по теме, когда говорят, когда обсуждается тема, да, мы стараемся, чтобы человек не отходил от темы. Но когда до темы, во время ужина, во время того, как мы ждем, когда накроют на стол, люди начинают говорить, это очень хорошо. Вот мы говорили о семье, о работе. Пусть люди говорят. Потому что у человека должно быть место, где он может выговориться. Хорошо нам, вот как в семье. Мы приходим в общину, мы приходим на домашнюю группу, мы приходим на служение, до служения. Мы же все общаемся, правда? Вы здесь на переменках общаетесь. У нас вот это, знаете, наше сердце такое, вот порассказывать что-то, да, пообщаться, послушать других. Вот. А людям зачастую негде выговориться. Их дома никто не слушает, а поговорить. Дома их уже просто перестали слушать. Вот. И зачастую дети наши, бывает так, что мы приходим домой, дети в одной комнате с компьютером общаются, мы на кухне, ну-ка я просто как женщина, так и женщинам больше, мы на кухне общаемся с чем-то другим, вот. И вот это общение заканчивается. Правда же? Ну, бывает такое. Вот. Но хорошо, когда вот человек начинает высказываться. И знаете, когда он видит, что его слушают, когда он видит, что ему, что его внимательно слушают, и что потом еще потом переспрашивают, да, а как же ж вот вы рассказывали вот в прошлый раз, что у вас там внук, температура была, там мы вот молились за внука, а как его здоровье сейчас? Или еще перезвонят, переспросят. Ну, да, это просто замечательно. Вот, так что обязательно мы должны быть слушателями. И третий пункт. Мы должны быть миротворцами. Люди приходят на Лив-клуб абсолютно или, ну, совершенно разные, правда же? Разный возраст,
разное социальное положение, разное образование, разный уровень воспитания. И зачастую вот за столик попадают люди абсолютно разные. Наша задача – создать и сохранить взаимоотношения вот в нашей малой группе, за нашим столиком. Это очень важная задача. Когда люди общаются во время ужина или до ужина, это хорошо, но зачастую это хорошее общение. Но когда подходит время обсуждать тему, бывают, попадаются такие фрукты, которые настолько доказывают свое мнение, что мнение другого человека, сидящего рядом, они просто не то, что не ставят во внимание, они подавляют, они хотят просто доказать свою точку зрения, они перебивают. Вот тут наша задача включаться. Не допустить вот такого отношения человека. Очень часто возникают споры во время игры. Бывает такое. Знаете, у нас были случаи, что когда начиналась игра, а игра это обычно какая-то командная игра или какая-то игра, ну, кто быстрее скажет, или там, допустим, приходит вот такой дух соперничества. И даже попадают некоторые служители. Попадают. Вот и начинают, когда начинается игра, они просто, нет, ну вот наш же столик, вот мы раньше сказали. Ну потом, когда мы разбираем Алиф-встречу, после Алиф-встречи, там плюсы и минусы, мы, конечно, об этом говорим, мы об этом напоминаем, что не нужно так вести. Но такое бывает. Знаете, как вот не сдержался. Заигрался, да. Но это мы понимаем. Но люди зачастую, которые приходят, они все равно хотят доказать свою точку зрения. Вот, и тут, опять же, мы должны включиться. Спокойно сказать о том, что так не важно, кто выиграет. Главное, чтобы мы вместе играли. Главное, что мы все поиграли в эту игру. Что мы еще больше подружились друг с другом. Посмотрите, вот мы играли в эту игру, а вот игры мы очень берем... Часто, чтобы принимал не только лично каждый человек, вот как вот общая аудитория, а вот команд, ну, столиками, малыми группами, да, вот так. И потом, говорит, посмотрите, как мы хорошо вместе принимали участие в игре. И когда мы потом уже даем призы, после игры мы еще призы даем за правильно сказанный ответ или что-то еще, то мы обязательно даем призы выигравшему столику и обязательно не забываем всех других. Это тоже очень важно. Я вам хочу сказать, что очень легко выиграть спор, вернее, не так, легко выиграть спор, но также очень легко потерять человека. Можно доказать что-то. Мы же все-таки подкованы, мы же много знаем. Мы же можем сказать, что ты не прав, потому что вот в Писании говорится то-то, то-то, то-то. Но человек может просто потом не прийти. Потому что мы знаем, что мы уже люди не гордые, правда? Мы все смиренные, мы не обижаемся. Вот. А люди из мира приходят, к сожалению, еще со своими недостатками, со своими слабостями, не недостатками, даже слабостями. Вот. И они могут и обидеться, и больше к нам не прийти. Так что нужно очень быть внимательным к тому, чтобы наша команда, она была такой... миротворное, чтобы мы были руководители столиков, руководители малых групп, помощники, были миротворцами. И даже если какой-то все-таки человек не успокаивается, все-таки он хочет что-то свое доказать, и вот вспомним, что мы говорили вчера, вот тут-то включается помощник, да, помощник руководителя. Он этого человека принимает на себя и начинает с ним общаться уже более близко. У нас, когда был семейный Алиф-клуб, приходил такой мужчина, Паша, Павел. Вот он, конечно, он очень много знал, он такой был всесторонне образован, и он всегда доказывал свою точку зрения. Вот. И у нас один брат, он просто принял этого Павла на себя, и он, вот они садились вдвоем даже потом этот Павел стал приходить на группу за полчаса, потому что он понял, что тут есть, все-таки он понял, что здесь есть еще люди, которые хотят поговорить. Он приходил на группу за полчаса, и этот брат уже с ним общался.
Да, потому что... А как же ж по-другому? Он тоже хочет высказаться. Да. Да. Ой, вы знаете, как они играют все. Вы знаете, вот хорошо, когда мы будем уже говорить об играх, но когда начинается игра, мы смотрим на взрослых людей, которым 40, 50, 60. Ну, молодежь, понятно, они там 20, там 30, они такие. Ну, слушайте, ну как, какие они интересные. Да. А, да, значит, у нас был столик один, малая группа, и дали одно задание. Кстати, мы, ладно, не буду говорить. Вот, и мы дали задание, значит, по столикам были такие задания. Давали песни, сказали, что вот ваш, вы придумайте какую-то, вспомните какую-то песню и придумайте на эту песню клип, разыграйте эту песню. И, значит, за одним столиком у нас сидели люди старшего возраста, и попал один молодой человек. И они вышли, когда уже подошло их время. Смотрим, выходит эта компания. Люди старшего возраста берут скамейки, а у нас вот этот клуб, вот на фотографии видно, такие деревянные скамеечки. Берут эти скамейки, поднимают руки, поднимают эти скамейки вверх, переворачивают этими ножками вверх и начинают шатать это все. И вот выходит этот парень и начинает петь песню. «Я начал жить в трущобах городских». А потом тетечка говорит: «Мы трущобы!» Знаете? Слушайте, как это было? Ну, вы знаете, насколько люди, они не комплексуют. Вы понимаете, что люди начинают не комплексовать. Понятно, что мы эту песню дали не в самом начале, это задание, а уже где-то ближе к середине Алиф-клуба, чтобы люди все равно познакомились. Мы вначале даем более такие попроще, викторинные такие задания. Но тут этот парень, он хорошо пел, он просто умеет петь, он сам выбрал же эту песню. И начал жить в трущобах городских. И в конце... был какой-то, я вот помню, я смотрела какой-то клип, значит, падает человек на колени, проезжает по этому, по туда, и вот делает вот так вот. Ну вот что-то, этот парень, а у нас кафельный пол там. Значит, он, короче, в конце песни, он падает на колени, проезжает к этим трущобам, к этим тетечкам со скамейками, и вот клип закончился. Слушайте, ну это просто... Насколько у всех поднимается настроение. У нас поднимается настроение настолько, что... Вы знаете, люди, какая просто компания, вот такая семья, понимаете, после всего этого создается. Мы учимся быть семьей, когда мы готовим команду. Мы учимся играть вместе в игры. Мы проводим тренинг командный. Мы учимся общаться, дружить и любить друг друга. Хотя понятно, что мы до этого любили, дружили, но уже более близко. И потом это все переносится... на сам Алиф-клуб. Значит, мы говорили, что нужно быть миротворцем. И еще хочу сказать о такой важной части, как посвящение. Это все относится к пастырской опеке. Запишите. Посвящение – это настолько важно в этом служении. Нет, это уже отдельно. Значит, три пункта отношения – это быть вдохновителем, это быть слушателем и быть миротворцем. А это посвящение – это отдельный пункт. Вы знаете, тот, кто стал членом команды, должен быть, ну, быть готов к серьезной работе. Даже, может быть, где-то к тяжелой, не тяжелой, но к серьезной работе. Знаете, это требует, вот это служение, очень серьезного посвящения. Когда мы еще готовили команду, мы говорили о том, что очень важно не пропускать командных встреч, не пропускать молитв. Потому что, знаете, человек может сказать: я приду обязательно на тему команды, да, вот пастырская опека, тема очень хорошая, там еще какая-то, я обязательно приду на тему. Но когда общая молитва за Алиф-клуб, человек может себе позволить опоздать или отпроситься. Но мы просим всю команду, чтобы этого не было. Чтобы мы все максимально вот это время мы посвятили вот этому служению. Вы знаете, что наши люди, которые придут потом на Алиф-клуб, они проявят вряд ли больше посвящения, если они увидят, что мы не в посвящении.
понятно, да, выразилась. Вы знаете, что если люди будут видеть, что мы опаздываем, что мы иногда не приходим, вот, что мы как-то позволяем себе, ну, расслабиться или как-то вот где-то на работе устал, знаете, ну, отработал целый день, приходишь, ну, вот, может, я хоть на Али в клубе отдохну. Вот сел, и я тут посижу, тут пока люди покушают, пока люди поговорят, я посижу. Такого не может быть. Ну, может, но ну, недопустимо, конечно. Желательно, чтобы этого не было. Потому что, ну, всякие могут быть причины. Заболел там или еще какая-то может быть причина. Понятно, что есть уважительные причины. Но вот посмотрите, если вы бывает хоть один член команды из клуба, вот сегодня клуб, и не приходит руководитель столика. Понятно, есть руководитель клуба, который может подсесть и заменить руководителя столика. Но помощник, если он молодой, если он только пришел в салив клуба, иногда ему будет очень тяжело повести всю малую группу. Иногда бывает так, что особенно если за этим столиком человек, который много говорит, и помощнику нужно взять его на себя, может получиться, вы знаете, такая немножко неразбериха за столиком. Вот. Все равно руководитель должен ну, смотреть за прохождением всего клуба, как-то иметь... Знаете, я как, когда бывает, проходит Алиф-клуб, я иногда подсаживаюсь то за один столик, так тихонечко, то за другой столик. Ну, потом люди привыкают за столиком, они меня принимают нормально. Вот, и вот, наша Ира везде. Ну, кстати, я и тут только села, там что-то сладенькое подсунули, это вы у нас еще сладенького не ели, там еще что-то там не кушали. Вот. И, ну, очень важно, чтобы каждый человек приходил вовремя, очень важно. Или, например, когда бывает, музыкант не приходит, тоже что-то может пойти не так, вот. Желательно просить команду, чтобы, если есть какие-то изменения, чтобы заранее предупреждали. Не предупреждали, не позвонили, например, в этот же день и сказали, что я опоздаю на полтора часа на Алиф-клуб, потому что это все-таки ответственность. Простите, не планировать вашу команду, не планировать ничего на этот день. И вообще вот Алиф-клуб – это полтора месяца подготовки до клуба и 2,5 месяца самого клуба. Это определенное время. И вы знаете, что вот такой хороший пример посвящения. Вот у нас сейчас клуб проходит в воскресенье. У нас на 4 часа, с 4 до 6. В субботу у нас шаббат, шаббатнее служение. У нас домашняя группа. И в воскресенье у нас клуб. Вот как вы думаете, люди семейные, люди, которые работают, для них это серьезное посвящение? Конечно. Мы еще приходим не на 4 часа, мы приходим раньше, чтобы помолиться, чтобы обсудить некоторые вопросы до клуба. И, конечно же, в 6 часов, если сам клуб заканчивается, то для нас он еще не заканчивается. Потому что всегда остаются люди после клуба, которые все-таки что-то хотят нам сказать. Всегда остаются люди, которые что-то не договорили, с которыми надо обязательно еще пообниматься. А потом уже, знаете, когда клуб проходит, уже где-то прошло несколько встреч, мы же знаем людей не только за нашим столиком. Мы уже начинаем общаться с людьми со всего клуба. А вот я еще того не пообнимала, а я у того что-то не спросила. Знаете, как вот пастырское сердце, оно же... Она любит всех. Вот. И наши люди, они уходят, а потом еще у нас же обязательно обсуждение после клуба. И мы уходим зачастую где-то ну, в 6:30, там без чего-то, пока добираемся домой. А если еще клуб где-то в каком-то месте далеко от дома находится. Так что это серьезное посвящение. И вот я хочу сказать, что когда действительно хорошо подобрана команда, когда люди... Они в подготовке команды, когда проходит подготовка, они сдруживаются хорошо. Вы знаете, это просто, ну вот потом, да, как благословение для этих людей. Да, вот на прошлой встрече об этом говорили. Вы знаете, что вы оглянитесь вокруг. Вокруг вас очень много таких людей. Да, очень много таких людей. Есть такие люди. Да, так что нужно просто включить взгляд веры.
Вот, так что вот все, что я хотела сказать о пастырской опеке. И все-таки я вспомню и вернусь к тому, что такое-то вот такое, ну, важная нить в пастырской опеке, то, что опека один на один является ключом Алиф-клуба. Вот это очень важная вещь в Алиф-клубе. Это такой, знаете, ну, такая хорошая фишка Алиф-клуб. Вот, это о пастырской опеке. Примеры какие-то, Фанечка, будем говорить еще дополнительно. Да. Ну, где взять такую команду? Конечно же, это вопрос, но на него можно ответить словами, а есть вещи, которые мы сами являемся примером для того, чтобы возле нас люди собирались, не ища себя как примера, а ища Господа. Вот. И когда мы где-то жертвуем, когда мы себя посвящаем людям, люди потом, конечно же, и будут посвящать себя тоже. Может быть, это не всегда сразу получается. Конечно же, бывают разные ситуации, когда мы действительно и посвящали, и жертвовали. И при этом результата может не быть. Это не говорит о том, что мы перестали это делать или перестанем это делать. Это надо продолжать делать, в этом нужно жить. Мы понимаем, что, ну, да, что у Господа есть план, есть Его план о спасении народа. И если мы будем, ну, останавливаться при какой-то потере или там при какой-то неудаче или при каком-то ожидании, что должны были люди так поступить, а они не так не поступили, то я думаю, что мы в конечном итоге не исполним совершенный план Божий в своей личной жизни. То есть это не повод, если еще люди не собрались, если еще люди не вошли в такое посвящение, как мы хотели бы или как мы ждем, то нам нужно, ну, переставать себя посвящать или жертвовать самим. То есть это время не всегда сразу получается. Проходит время, проходят годы. И может быть, один человек потом появится. Может быть, долгое время один человек только и будет тот, который будет себя посвящать. Потом через время может еще кто-то появиться. Но просто знать, что, ну, что Божье сердце, оно болит по народу, по своему народу, и мы не можем быть равнодушными к этому. Мы не можем быть равнодушными. То, что он сделал, то, что он делает. И мы делаем какую-то просто маленькую-маленькую часть. И люди, которые будут вокруг нас собираться, они тоже будут той частью. И будут подниматься помощники, будут подниматься служители.